Добрый вечер! Добрый вечер, уважаемые жюри, гости и организаторы конкурса «Миссис Тюмень». Мы, женщины, отличаемся разными талантами. Кто-то замечательно поет, кто-то очень хорошо танцует, кто-то занимается рукоделием. Мой любимый жанр – это художественное слово. Я очень люблю Тюменский край, те места, где прошло мое детство. И поэтому мне очень близки стихи легенды тюменской журналистики, современной поэтессы Ольги Чернышовой. Итак, я начинаю. Ольга Чернышова, без названия. В этом городе много счастливых и праздничных окон. Мимо я прохожу, не тая ни обиды, ни зла. Наливаются яблони терпким загадочным соком. В этом городе я вместе с мамой когда-то жила. Время то мне порой представляется солнечным утром, с лепестками ромашек на мокрой росистой траве. Я не стала, наверное, ни щедрой, как мама, ни мудрой. Только что-то с тех пор навсегда изменилось во мне. И когда на порог мой вступило злосчастное горе, и когда вдруг застыло мое сердце от тяжести мук, так хотелось укрыться мне в маминых теплых ладонях и с болевшей душой коснуться целительных рук. Не завидую тем, кто бездумно года прожигает, до конца не изведав ни горя, ни бед, ни утрат. Я теперь поняла, что мне больше всего не хватает. Но мелькнувшего детства вернуть невозможно назад. Не вернуть ни тумана, ни звезд июньских рассветов, когда солнце касалось белеющих утренних звезд. Только память опять переносит в далекое детство, где живет моя мама, и яблонь щедро цветет. С благодарностью и любовью всем мамам, находящимся в зале, моей любимой мамочке Лилии Яковлевне. Спасибо вам!